Хан from Switzerland. Только что играл на оригинальном ханге из Швейцарии. And this is the second generation. Это вторая генерация, поколение. And they already made six, so they improve and improve the instrument. Они уже сделали 6 поколений, они постепенно все усовершенствуют его. From Panhard. От компании Panhard. And now this is SPB from Russia. Это с России. It's a little bit bigger. Немного больше. And the guy that made this, I was playing in the street in Amsterdam, and some friend of him were in Amsterdam. They filmed me. Yeah, I remember. You could finish for us. They were filming and they showed it to him, and then he started to make the SPB, the ham from whatever. Один из друзей. Because of me, let's say, because they saw me on the street. Один из друзей мастера с России, который начал их делать, снял видео, когда я играл в Амстердаме в парке. И когда он увидел, он воодушевился. И так практически потому что я, он начал делать эти инструменты в России. Называется SPB. And he started like 3 years ago, there are about 70 instruments made till now. Три года назад где-то он начал их изготавливать. И до сегодня около 70 инструментов было сделано. Это не мой инструмент, это инструмент Анантадева. Это человека. Сейчас я поиграю немного сам. And then we make a duo. Потом мы сделаем дуэт. Я не знаю. Хорошо, именно этот инструмент. Сейчас посмотрим. Буду импровизировать. Like in life, you need to improvise. Как в жизни приходится импровизировать. And this is in the same key. Это тот же тон. But this is ключ. Ре минор, this is ре major. Ре минор и ре мажор. Totally всего две разных ноты, но практически другой рисунок, другие цвета. And this is only with 7 notes, and this is 8, and now he's making with 9, and soon he want to make with 10. На первом ханге на моем 7 нот, на этом 8. И этот человек хочет сделать мастер с 9 и 10 нот.